Компания «Клей Желатин Пром» предлагает рынку не только клей, который пахнет ванилью, но и машины своего партнера, которые втрое, а то и в четверо дешевле зарубежных аналогов. Говорят, из-за запаха отечественного клея вполне могут попросить освободить занимаемую типографией территорию. Наш клей имеет небольшой запах ванилина. В связи с тем, что мы производители, мы можем это корректировать. Если кому-то это не нужно, можно его убрать, уменьшить, усилить. А что конкретно представляете на выставке? Непосредственно на выставке мы представляем компанию «Клей Желатин Пром», российского производителя клеев животного происхождения, белковых, так называемых горячих клеев с рабочей температурой порядка 60-70 градусов для склейки бумаги, картона, на деревянную основу, в том числе фотобумага, кожа. И разные тяжелые материалы, что не всегда клеят, импортные аналоги. В чем заключается сотрудничество с компанией-партнером? Долгое время мы разрабатывали с компанией «Металтехпром» клеемазательные машины и клей для применения в маленьких типографиях. Каковы конкурентные преимущества вашего клея? В нашем клее полностью отсутствует запах. Им можно пользоваться в небольших типографиях, не имеющих вентиляции. Дальше. Цена на наш клей остается неизменной, как правило, в течение всего года. Мы не зависим от иностранных валют. Относительно импортных аналогов цена существенно ниже. По качеству клей Брикол не уступает иностранным клеям. Выглядит это все примерно вот так вот. Небольшая клеймаска для офиса. И, соответственно, клей, который нарезается. И дальше плавится в ванне с водяной баней и наносится на обложку.